Огонь универсиады в Норильске объединили с огнем плавильной печи Надеждинского металлургического завода, основного предприятия «Норникеля», генерального партнера универсиады 2019. Как рассказывают эксперты, это слияние – символ промышленного потенциала региона. Надеждинский завод отметит 40-летний юбилей, поэтому региональный этап эстафеты огня стартует именно с этой площадки. В честь этого для норильчан организовали большую концертную программу с песнями, музыкой и танцами. Местные жители признаются, для них это значимое событие. Оно демонстрирует, что город не оставляют в стороне, он развивается и становится площадкой крупнейших событий края и страны. Норильск – это старт, а старт должен быть задорный, боевой и несущий энергию, энергетику. Ну а универсиада – это наша молодость, это наша будущая страна, поэтому как отыграем, такое и будущее. Для церемонии изготовили специальный факел, который способен выдержать температуру больше 150 градусов. После мероприятия его передадут на память в музей Надеждинского завода. Объединенный огонь зимней универсиады 2019 уже в обычном факеле пронесут по улицам 13 городов края и зажгут 2 марта в главной чаше огня на церемонии открытия студенческих игр в Красноярске. Из Норильска первым делом огонь доставят в Туру, где в эту субботу пройдет следующий этап эстафеты. Мы всей душой надеемся, что будут новые свершения как в нашем городе, в нашей компании, так и на универсиаде. И будет новый шаг по пути к миру и к прогрессу. Я очень хочу, чтобы этот старт, который сегодня будет здесь дан, и наш огонь будет путешествовать до Красноярска, чтобы он обязательно всех нас вдохновлял и каждому из нас присутствующих и всем вместе давал веру. С праздником вас!